получилось так, что медицина на сегодняшний день не может помочь человеку, он мобильный, потому что комплексно она не подходит человеку. И сегодня мы будем все сами себя диагностировать. Я буду показывать различные приемы, как мы можем сами посмотреть, насколько мы здоровы, и попробую рассказать, что нужно делать. Это будет достаточно краткий обзор. Для тех, кому будет особенно интересно, потом вы можете поинтересоваться, потому что Латвия в свое время стала первой страной в мире, в которой официально возникла профессия йога-специалист, йога-мастер. И на государственном уровне у нас проходит обучение и выдача дипломов. Благодаря этому любой человек, кто прошел обучение, он не только может сам себя оздоравливать, но и может помогать другим. Причем на сегодня профессия йога-специалист котируется абсолютно на равных с профессией психолог, врач и так далее. Вот большое, скажем так, событие, потому что когда-то 20 лет назад я читал лекции врачам, все относились к ним с большим подозрением. На сегодняшний день ситуация уже вполне изменилась. Но первое, что я хочу сказать по диагностике, что я был на многих мероприятиях, которые здесь были, на Горищем Карабасе, и я практически всех преподавателей, кто здесь что-то делает, знаю, и уже знаю долгие годы. Я сам тоже был даже в Индии, и практически, и вот взять здесь половину состава преподавателей, те, которые точно так же практикуют и по всему миру проводят мероприятия и семинары. Но удивительным образом они ко мне потом ходят на консультации и поправляют здоровье. Почему? Потому что каждый в своей области специалист. Кто-то работает со звуком, кто-то работает с психикой и занимается семейными расстановками, кто-то занимается астрологией. Но для того, чтобы комплексно это делать, это нужно достаточно долго учиться. Я на протяжении более 25 лет учился. Почему? Я все время был инвалидом. То есть я не был лежачим инвалидом, у меня выкупилась какая-то большая шишка, и обычная медицина сказала, что с этим ничего сделать нельзя, я буду и так и дальше лежачим инвалидом. Вот у меня здесь есть некоторые люди, кто ходит ко мне на занятия, не знает, как это завязываться, всякие резины, но в этом смысл. Поэтому сегодня я хотел бы обратить внимание на то, какие у каждого из вас, так сказать, есть проблемки и что с ними можно делать. Потому что мне очень обидно смотреть, когда люди говорят, я 20 лет преподаю йогу. Я подхожу к нему, кладу руку вот сюда на шею и смотрю, вот тут есть два позвонка таких. Тибетский вариант называется первый тибетский позвонок или в классической медицине называется седьмой. Вот посмотрите у себя, выпирают они или нет. Это первый простейший тест. Приходя к любому преподавателю в йоге, можете взять и положить ему руку на шею. Вот кому интересно будет, подойдете потом, посмотрите, как у меня. Ну, тогда здесь была большая шишка, потом вырос вот такой страхонбросный мороз. Подключили презентацию? А почему нету ничего поставить? Подожди, 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 выключим проектор был. Хорошо. Вот я немножечко сделаю какую-то теоретическую. Но я пока буду рассказывать, я буду подходить и кого-то вас трогать, кого-то смотреть на пальцы, кого-то смотреть на ноги. И вы каждый можете мне сказать, потому что многие люди говорят, я не хочу, чтобы всех мне рассказывали. Мы с этим проектом работали раньше? Пока я
я консультировал, я уже потом снял, так сказать, информацию, которую консультировал, потому что это сумел сказать. И мне люди подходят и говорят, я не хочу, чтобы кто-то знал, что ты мне помнишь. Я четко помню, у меня есть психологическое образование, поэтому я четко понимаю, что эти вещи никому не нужно знать. И плюс, значит, такие вкусовые диагностики, то есть я сразу же могу определять лучшее состояние. Этому достаточно долго учиться, но мне повезло, и так я это все достаю. Но пока мы будем на занятиях, у меня всем кровь. Вот для того, чтобы сделать себя здоровее, нужно, по крайней мере, все время опять использовать жизнь. Поэтому тем, кому неудобно, не мучайтесь, пожалуйста, садитесь на обычную стулья. Потому что очень важно, чтобы у вас спина была прямая. Или кому угодно, сложите полы, потому что мы выросли в Европе, и нужно четко понимать, что с детства у нас, в школе, в других местах, держали лопатками на стульях, и у нас сформировался уже определенный мышечный каркас. И вот люди, кто приходит к нам на диагностику, я кладу специально на кушетку, там есть такой специальный коврик, который подогревает. Он расслабляет мышечный каркас. Попробуй Лиду только не проси, я уже электрическую. Подобные звуки, кто был на этих семинарах, они, в общем-то, имеют очень серьезный целебный эффект. Почему? Когда мы издаем какие-либо звуки, у нас возникает вибрация. И особенно для тех, кто овладевает подобными техниками, у них появляется инструмент, как можно воздействовать на себя не только за счет физических упражнений или каких-то скрутостей, или чего-то там. У нас есть 5 дверей в сознании, как сказал когда-то, это обоняние, осязание, то, что мы пробуем, зрение, слух и вкус. И в йоге используются качественно одновременно все эти функции. Я просто смотрю, здесь выступают многие, кто преподает, но йога, которая умная такая, нет, там, Шаркова, Валерия, популярная, так, умные варианты. И там они, как правило, в лучшем случае какие-то мантры учат. Все остальные органы сейчас не используются. В серьезных практиках, я долгие годы прожил в монастырях, обязательно используются все эти 5 органов чувств. Потому что у каждого из нас это ключик и возможность
воздействовать на самих себя. И когда люди ко мне приходят на консультации, иногда я смотрю, что человек выскочил позвонок, который долгие годы, у него на завтра заходит. Если его правильно поставить в правильную позицию и начать с звуком воздействовать на эту зону, позвонок иногда начинает прямо на глазах заползать. И вот то, что я захотел как раз там первого решила заняться, она подобный эффект тоже использует. То есть многие используют эти техники, но нужно четко понимать, что недостаточно или одним звуком, или одним упражнением физическим что-либо делать. Нужно синхронизировать и синхронизировать подобные вещи комплексно. Учитывая, что у нас провод перебили, я быстро немножко покажу презентацию, пока компьютер. А потом я вернусь уже к практике. Вот это санскритский алфавит. Вот после просто стаж он лег в основу практически всех серьезных учений и практик. Потому что это вариант звуком воздействовать на наши внутренние формы. Особенно у тех, у кого проблема, вот у меня многие проходили консультацию, когда мы смотрим на пупок, он должен быть круглый, ровный. Если он вниз опущен, то это один из первых признаков, что произошло опускание внутренней формы. Потому что когда человек делает операцию, удаляет какую-то его форму, форма пупка меняется. И когда ко мне приходит пациент, я смотрю, что произошло с пупком. Например, почки очень хорошо реагируют на вибрацию звуковые движения. Потому что почки у нас, она уже другой чуть-чуть стоит, и очень часто они опускаются. Особенно если, может, вы все попробуете всегда, тут есть место, у многих оно такое острое будет. И больно. Если вы вот тут трогаете, и вам больно, значит, у вас на спине обязательно в противоположной стороне будут запавшие позвонки. Я потом пойду показано, я попробую. Но удивительно, что прогнав вот эту схему с алфавитом, которая лежит в основе А, О, У, М, сокращенно О, почему же сопляет О, вот это. Если мы сделаем правильно вот это замечание в определенных позициях, у нас запускается процесс регенерации. Не очень просто. Вот смотрите, когда приходит пациент, это, кстати, пациент, который давно был преподаватель йоги, вот он сошел ко мне, я говорю, вот какой смысл, что 20 лет ты преподаешь йогу, если у тебя могут не говорить. Поэтому посмотрите у всех, еще раз попробуйте. Как вы делаете? Вы так сделаете шею вперед. И посмотрите, насколько у вас уходит вперед шейные позвонки и насколько большой там прогиб. По идее, если правильно расстоять позвонки, там должно быть все плавно и ровно. Точно так же, как привычка держать корпус. Я вот тут смотрел, когда утром йогу Аркадий говорил, те, кто приходили на занятия и прочее. Причем он там пытается что-то говорить, а люди реально не слышат. Вот. И он и так уже и это. Но пока вы сейчас даже сидите, попробуйте сесть правильно, это привычка. Все занятия, вот те, кто приходят два раза в неделю на йогу, съездили вы поставили точку на углу, после этого не считали, что занимаются йогой, это не так. Настоящие йоги – это не те, которые ходят в спортзал, это те, кто эту практику использует каждый день в жизни. И это привычка держать тело, привычка правильно сидеть. Поэтому, пока вы сейчас сидите, постарайтесь занять правильную позицию.
Не обязательно, чтобы нижняя часть была вот прямо такая. Кто-то будет так, но сядьте по крайней мере, чтобы у вас шея не вот такая была. Я специально, когда я хотел сделать, сделал несколько фотографий. Встают группы йогов и все фотографии. Вы поймите, что происходит. Вот, чем отличается удачный человек от того человека, сказал Сурков? Ну, по позиции тела. Попробуйте сейчас изобразить, когда у вас все плохо. Вот такое положение тела. Смотрите, первое, что падает голова. Лицо становится такое или такое. Дальше, вот эти плечи, они вот так накрываются. И грудная клетка проваливается. И дальше человек вот такой сидит. И если вы на него попадете на экскурсию, вот здесь, все просто понимаете, а я там прохожу практику определенную, вот есть палаты будет, они все практически в таком положении, провалившиеся, закрывшиеся, и они еще не так сильно шатаются. Если у них есть сигареты, они будут себе выходить, вот так умеются. Ну, так он быстро до себя выходит. Да, и вот так будут сидеть. То есть, вот это положение, когда человек вот такой сидит, сначала вот такой, потом его вообще такой. Это человек, у которого все плохо. Но у него нет шансов что-либо в жизни изменить. Потому что от такого человека общество будет дистанцироваться. Потому что интуитивно будет понимать, что энергетически он заразен. Это большой тонкий вопрос, но как выглядит человек, у которого все хорошо и который удачно? Из носа открывается грудная клетка. Плечи уходят в глаза, потом опускаются. И вот он вот такой. И у него будут расслабленные мышцы лица. Вот, естественно, если вы так двигаете челюсти, есть такие точечки, где челюсть прикрепляется к челюсти. Вот если они у вас очень больные, то значит, вы не умеете расслабляться. Если больные, найдите такие больные. Все нашли? Вот это мышцы, которые очень плохо расслабляются. Самое интересное, если вы можете начать расслаблять, то через какое-то время начинает открываться мышцы. Это взаимосвязанные вещи. Поэтому, пока вы сидите и слушаете меня, попробуйте открыть грудную клетку, опустить челюсть и как будто вас за ниточку подвесить, и вы вот так сидите. Вот я вечером был за соседом, посмотрел, как народ сидит. Как он сидит первые полчаса, как он сидит час. Ну хорошо, если кто пошел танцевать. Но в основном через полчаса все люди вот так. Все задуманы, и вроде энергетически не просачивал, но сидели в угоре. Вот. А есть некоторые, кто все-таки поймали вариант, что можно себя разблокировать. И он тогда занимается собственным выздоровлением и здоровьем постоянно. Не будем сейчас перекосы всякие разные, но вот видите ситуацию, когда шея провалившаяся, грудь более впалая. А в чем здесь хитрость? У нас вот тут находится клеточковая железа. Так почему сюда бежим? Это воздействие вот это целое. Где-то годам 35-40 клеточковая железа у нас совсем становится слабенькой и не работает. Так вот, для того, чтобы повысить уровень иммунной системы, и чтобы, ну вот я говорю, в частности, зараженных районов, иммунити и так далее, сколько показывает, люди у кого? Конечно, что поболевшись, они первые начинают заболевать. Точно так же, как зимой происходит, зрители, вирусы, то посмотрите, первым начинают заболевать, у кого проболевшись, поэтому, если
простейшее упражнение, которое во времена эпидемии вам может очень качественно помогать. Когда зимой начинается грипп, вы просто берете себя и начинаете стучать Причем, вот я смотрю, у вас у всех такие очень полные лица.
у нас там не было мозга, у нас уже все совсем по-другому. У нас есть все равно остатки. Назовите одного. Еще раз говорю. Любой из вас, когда дышит, там что-то происходит. У нас есть здесь диафрагма. Поэтому, когда мы начнем чуть-чуть двигать мышцами, они у вас начнут через какое-то время все больше расширяться. Диафрагма. У вас получится вместе сначала с диафрагмой. Я просто говорю, что там мышцы есть. И поначалу вы это можете делать вместе с диафрагмой. Но потом вы сможете отделить мышцы, связанные с диафрагмой, от мышц, связанных с животом. Да? Теперь посмотрите, как крепятся ребра. Ребра крепятся к позвоночнику сзади и точно так же спереди. Поэтому, когда проходит занятие, мне надо становиться взрослым мужчиной, просто на груди перелом. Если попрыгать так на любом подготовленном человеке, точно будет перелом. Почему? Потому что этот клещ, он срастается. Через какое-то время мы можем еще научиться вдыхать. И вдыхать не только в груди, но вдыхать еще и спиной. Потому что ребра у нас находятся как сзади, так и спереди. Поэтому попробуйте сейчас положить себе сюда руку и вдохнуть так, чтобы вы почувствовали, что у вас дверь горит. Все входят. Теперь чуть дотягиваются. Подышать и почувствовать, что у вас ребра будут ходить сзади. Теперь можно подновить шею. И узнать, показывать, когда мы вдыхаем, мы можем вдыхать вот этой стороной. Соответственно, его начинает подготовиться к позвоночнику.
человек, который
коммуна, а общество, оно всегда есть на лошадь и дешевле. Проблема получается с шеей. Видите, здесь внутри этих позвоночков проходит жилка. Ко мне многие приходят, говорят, у меня периодически мигрени, головные боли. А как их могут убить, если вот здесь представляете, что из людей этим лезвием жилка должна поступать в руку, повышает головы. Потому что они здесь шею еще и перекрещивают. Если здесь образовался сосуд, то здесь обязательно провалится. Это значит прессованный позвоночник. Поэтому из тех, кто хочет, он помощь. Значит, пожалуйста, пиши. Идите у нас сюда положено. Я объясню, для чего. Там тоже специально. У нас у всех есть мышечный каркас, который удерживает все наши косточки. Теперь смотрите, какую глупость придумали массажисты. Я когда вначале показывал презентацию, у нас там была медицинская и так далее. Когда мы создавали эти профессии еще 20 лет назад, 15, вы знаете, кто сказал, что ребята, сначала мы будем учить людей расслабляться, а потом заниматься всем остальным. Потому что если человек научился расслабляться, то многие упражнения могут быть просто в скоростном режиме, будут стирать заниматься. У меня сейчас основные цели, когда мы занятия, приходят к инструкторам людей, шейфингам, заметить, что чувствуется. Почему? Потому что
Потому что как только мы делаем это на внешний, как только я вижу истину, которая здесь как вопрос, значит, мы будем всегда здоровы с катушкой. Почему? Перетянутые мышцы. И очень часто бывает, что каждый может